Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить первый рейдж. Короче, самое интересное, я полез, тут не знаю, что-то смотрел. Пробовал. Да, во-первых, кстати, вот это сразу же. А теперь смотрим. Все, короче, на максимум. И только вот здесь вместо 16 8 стоит. И она не проседает. И самое интересное, причем здесь, сейчас я вам покажу. Единственное, прогружаться текстуры прям стали очень прям заметно, но зато детализация значительно выше стала. Я сейчас нахожусь, ну вы поняли где, это тот старый ковчег, из которого вылез этот чувак, это наши парни. Он делишь бомбель наш. Need safe passage. Можно назад в этот, в источник отправиться. Так вот, я отправился, я просто как тестил, я ездил по открытой местности на машине, резко заворачивал туда-сюда, гонял, ничего не проседало. На 16 проседает, если поставить это, что там, как эта штука называется. Видео. Ну, вот это, короче, херня. Вот, на 16 немножечко начинает проседать. Так вот, самое интересное, я поехал назад в источник, попробовал там, там проседает местами. И столь объектов на улице меньше, то еще, а в остальном в помещениях вообще ничего не проседает, поэтому я тут побегал, потестил по разных местах, в которых мы уже были, забегал. Так, значит, короче, к чему? Я здесь, собственно, ходил до источника и обнаружил, во-первых, сейчас мы со всеми поговорим, я сначала посмотрим, что у нас по заданиям, чтобы я не тупил. Bounty Hunter у нас, да-да-да, еще до сих пор есть. Take a plutonium filtrate to redstone. Да, это к нему надо еще отнести. Ну и остались, а вот это что еще? Influence. Вот, блин, за одно и то же задание. Зачем они его разбили на два? Непонятно. Разговаривал с такими парнями. Увидел эту дверь и почему-то, короче, я вспомнил, что здесь будет. Поэтому сейчас быстренько пройдем сюжет. Во-первых, здесь есть вот эта штука. Это чертеж защитного поля правительства. Вот, вот эти штуки, куда нужно, которые когда мы разбиваем, как их называют, дроны, из них валятся, вот куда они нужны. И это очень хорошая хрень, ее прям имеет смысл сделать с этими солдатами. Ну, не то, что прям она дико нужна была бы, естественно, но вот, можно. Но не откажусь. Так, теперь давайте смотреть на 90 секунд. Вот, можно вот эти ЕМП-гранаты сделать. Давайте я их еще одну сделаю. Их 13 теперь будет. Значит, я подумал как. Машинки. Я там часть, по-моему, что-то продал, что-то, может, не продал. Не знаю, надо посмотреть. Машинки нахер, они не нужны. Вот, то есть я ими пользоваться больше точно не буду. Там уже, кстати, ну, потихонечку, постепенно идет все это к завершению. Вот. Этими болтами контроля разума тоже, поэтому надпочечники мутанта я продал. Вот, это полная хрень. Динамитные болты отличные, я там пару миссий перешел с ними, прям классно, попробовать просто. Классные. Турели тоже не буду строить, просто потому что они нахер не нужны, они стоят, и подбегает первый враг, долбит, и эта турель падает, и все. Вот, а вот пауки, да, пауков стоит делать. Ну, ракетки, Fat Mamas, я вообще их 77 штук себе наделал. Вот здесь еще цветочек мне нужен один, чтобы это. Кстати, надо посмотреть, потому что там этот цветочек продается еще. Ну, вот это тоже хрень мне не нужна, но здесь вот этот цветок, который Night Blossom, он мне нужен. Поэтому бандажей у меня достаточно. Вот, вот эти вот штуки я сделал, и давайте мы их, наверное, ну, как раз вот вместо турелей, вот они. Остальное мне, в принципе, не столько и нужно, наверное. А, ну, хотя еще вот здесь крыло... А, они улучшенные. Вот эти вот гранатки... Это сюжетный предмет. Кстати, не так ни разу меня не вытаскивали, я так и не помню, кого, честно говоря. А, надо это через инвентарь просто зайти и заюзать, если куда-то попал. Может быть, сейчас попробовать заехать, какой-нибудь нажить заюзать. Так. Ладно, пока что нажму выход. Давайте потрещим со всеми здесь, во-первых. Elizabeth is our resident expert on the mutants. It would be wise for you to see her and learn as much about them as you can. Remember, to be of use to us, you must be able to move around freely. And the only way to do that is to gain Redstone's trust. Decrypting this ID drive is serious business. I need to focus.
Окей, пока что ничего, и ты даже ничего не скажешь, да, сейчас? Blowing stuff up and hitting the authority where it hurts. That's my game. Now, if you're as good as Elizabeth says you are, then I do believe you and I will get along nicely. Короче, попробуем сейчас вот втопить по сюжету, хотя там парочка еще есть, и вот она нам скажет интересные вещи. Скриншотик, ну не тупи, ну давай. Он так и надо долго думает. Охуенно. Очень, ты долго ждал скриншот, я понимаю. Я понимаю, что может это сделать, просто выцепить видео и давай. You have to know, the human mutations weren't caused by cosmic radiation from the asteroid hit. The mutants were created by the authority, experimenting with nanotrites and humans. The failures were rejected and discarded into the wasteland like trash left to reproduce and spread. That's the truth. And that's what people need to know. Вот такая вот фигня. I joined the resistance after working with General Cross in the old city. Had to, especially after I saw that the nanotrites might be used to save the mutants, not control them. My research shows that the nanotrites can be reprogrammed to perform more of the basic subneurological functions. If that can really be done, and if they were implanted in the mutants, we may be able to reverse the mutational progress. Captain Marshall has allowed me to set up a small lab here to run my experiments and tests. Прикольно. Не знаю, будет ли она во второй части, я знаю, что там другие персонажи будут. Точнее, есть ли, она уже давно вышла. На момент выхода серии и мутант по графоне здесь сразу выглядит. Вообще, потому что здесь хоть можно разглядеть, что за надписи. То есть, я не знаю, я тогда тестил, он начал проседать, помните, да, поэтому поставил. Я не думаю, что вам это на ютубе все будет сильно заметно, но тем не менее. Those bandit scumbags never knew what hit them. Great work, pal. Now get out there and rack me up some more kills. Кстати, ой, смотреть, а для снайперки, ну, 20, в принципе, есть. Кстати, электрические болты можно тоже продать, их не к толку, по большому счету не особо. Подумаем, что нам может быть. If I don't got it, you don't need it. What you looking for? Так. Давайте смотреть внимательно. Машинки. Машинки я запускать точно уже не буду, поэтому их сразу нахер. А турели туда же. Это для чего нужно? Для машинок? Для пауков. Нет, ну для пауков, значит, оставим, потому что пауки мне еще понадобятся. Это вот для этой штуки нужно. Прямо сейчас там будем смотреть. Это только для машинок. Забирай. Надо от хлама избавляться. Так, это от замколомок. Они, по большому счету, мне тоже не нужны уже, но тем не менее. Так, ну это все оставляю, оставляю, оставляю. Это что у нас такое? Секретный клад. Ладно, окей, пускай будет. Я не знаю, для чего ты это только для турели забирай. Фил... А, и кстати, вот что я еще узнал. Да, филтрит больше не понадобится, потому можно... Так, филтрить можно все. Ну все, щиты 27, это у меня всего 5, но тем не менее. Так, из патронов. Обычные пистолетные патроны. Давайте тоже мы изи. А их все продам. На кое они мне нужны? Так, гвозди, ага. А, это арматура. Арматура мне нужна. Вот, толстяки у меня всего один. Так, филтритовые, динамитные болты оставлю, электрические. Продам, гранаты оставлю, естественно, ну, ракеты в смысле. Стальные нужны мне, чтобы делать взрывчатые. Потом пускай будет. Вот это пульсовые заряды, это вообще пиздец, такое говно.
короче. Ну там оно пока летит, это очень долго, оно себя не оправдывает. Снайперские нужны, фэтмамас нужны, эти, ну пускай будут для машин, хотя я не буду, естественно, по машинам стрелять, но back to your bank, это бакшот, ну взрывчаточка пускай тоже все будет. Так, отлично, эмо. И суплай, а, на суплайс я уже смотрел, эмо, все, так, теперь купить. Давайте купим. Так, во-первых, вот здесь вот. Этот. А. Sentry bot и turret. Вот, турель я не буду покупать, соответственно, улучшение, а вот паучка улучшенного возьму. Так, теперь мне нужно. Сейчас будет смотреть, сколько мне чего нужно. Так, вот Night Blossom. Давай я сразу сюда. Давайте посмотрим, сколько мне нужно Night Blossom. Anytime you need something, come back and see me. Окей, давайте смотреть. Так, новые крутые пауки. Так, Night Blossom, мне нужно тыр-тыр-тыр-тыр. Как жопа вообще бьет. Так, у этих нужно два таких. То есть я могу еще два вот этих взять и смогу и сделать себе. Ага. All my stuff is A plus primo. Я ж правильно понял, да? Ну-ка. Раз, два. Come back if you need anything. Да-да-да. Ну да, я могу сделать два. Построить. Все, цветков. Вот эти не продаются, поэтому... Так, где они, улучшатели наше здоровье? Давай использовать. Что у нас теперь? 170. Красота. Красотулище. Далее смотрим. Теперь, что нам? Улучшенный паукам. Давай. Пусть будет 3. В принципе, что мне нужно? Сундучков подкупить. И я их могу сделать 9. А, значит, давайте, мне нужно тогда 9 таких и 9 инструментов. Поехали. Деньги есть, поэтому... If I don't got it, you don't need it. What you looking for? Погнали. Так, инструмент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я буду по порядку, чтобы особо себе это... Ну... Мозг себе не ебать. Да. Давай. Он их... Как, по одному? Да, по одному делает, окей. Потому что пауки, они прям рулят, вот серьезно. По сравнению с турелями, когда подошли, пнули, она упала и сломалась. Пауки, они же лапами дерутся и прыгают, и стреляют. Это вообще бомба. Так, палки 22. Ну, в принципе, можно было бы еще. Мне тогда нужно взять... Мне все к ним нужно. Давайте возьмем. Давай. Сейчас сразу закуплюсь. И... У нее можно обычные крылопалки. Так, конечно, мне нужно для них. Их там много, давайте 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Pleasure doing business with you. Спасибо. Так, крылопалки, давай. Посмотрим, сколько у меня их получится. 20, да. Девяносто семь крылопалок, все, у меня теперь до конца игры только одними ими можно. На 90 секунд, это какой? Комет Блум, он мне не нужен. О, Комет Блум можно продать, а это секретный Veil of Blue Shine. Так, Blue Shine и Комет, что там? Blue Shine и Комет Блум можно продать. All my stuff is A plus primo. Так, supplies. Сейчас вот этот вот. Так, и вот этот за 60 тут тоже продать. Что у нас? Тихо, куда ты делаешь? Ты что, динамитные? А, вот контроллер разума, их надо продать, да, они мне не нужны. Вот хорошо, сожгу. Блин, немножко я. Так, ладно, смотрим, палки я сделал, эту я не буду делать, эти мне пока 13 штук хватит. Здесь у меня Mind Control, все остальное продано для машинок, но это мне нужно еще для пауков, да? Да, поэтому я их не трогаю. Динамитные болты, знаешь, мне нужна взрывчаточка.
Так, а сколько он ее... Так, ну, допустим, я... It's a pleasure, my friend. Feel free to look around. Maybe you'll find something you like. Так, и взрывчаточка. Закрыть. Pleasure doing business. Mind control. А нет, тоже взрывчатку требует, неплохо. Так, что получится в общей сложности? А, она тоже пачкой делает, ну отлично. Я хочу всего понаделать, чтобы было много. Так, турели мне не нужны. Этих 52 хватит. Fat Mama 77, но они расходуются довольно-таки быстро, потому что иногда получается... Так, нужно толстячков аж 12. И тоже, ну давайте 60... 72, значит, нужно по идее. Вот здесь, чтобы 6 еще этих. 72, окей. This with you. If I don't got it, you don't need it. What you looking for? 72 толстячка пазлы. 73. Опять один остался. Ну ладно. Так, где у нас... А, нет, не ОМО, пардон. Я сижу, он думает, он говорит, дурачок, я лучше ему подыграю, а то он сейчас это разнесет все нахер. Сколько их всего будет? Твоя мамаша такая толстая, что ею стреляют из пистолета. Хотя это странно, наоборот, она должна быть очень маленькой. Так. Ну, на это, к сожалению. Нет, хотя можно, кстати говоря, парочку вот этих... Ну, я не знаю, будут ли еще какие-то песчаные эти штуки. Ну, можно. Ну, посмотрим, короче, если будут, тогда возьму. Нет. Значит, нет. Эти Лок Гриндер 7, и, по-моему, больше уже никому не понадобится. Этих 14 тоже хватит. Эту штуку я делать не буду. Все. Все, чего хотел, я сделал. Теперь давайте просто посмотрим по патронам, все ли у меня есть. Так, 15-22. Есть. Ну, обычные хер бы с ними, взрывчатых 64. Ну, снайперки можно чуть подкупить. В принципе, все есть. Тоже нормально. Хватает. 119. Ну, кстати, вон, вот еще где есть у меня дробь. И вот это. Ну, окей. Все. If you need anything. Отлично. F5. Вот, вот так вот, потратили почти треть ролика на это дело, но не важно. Так, значит, теперь что у нас? Теперь нужно вернуться к нашему красавцу. Hold on a minute. What the hell happened? I had good information about that Feltrite, and these canisters got nothing in them. So either you are trying to rip me off, or someone lied to me. Either way, this is a problem. Which means it's also a problem for you. If the gearheads even suspect I sent you there, they'll choke the power off. This calls for a more permanent solution. I need you to infiltrate their power plant, permanently redirect the power lead straight here, and then kill as many of those bastards as you can. Once the place is secure, my boys will be able to take over. Problem solved. But it starts with you. Now you do this for me. Get those damn gearheads off my back, and I'll give you free rein to do your business in my town. We see eye to eye on this. Good, we got a deal. Now, a little advice. That Caprino you're driving, it's not gonna last long against what the gearheads have waiting for you. I would see about getting something with a little more fight in it. I've got no more time for you. Take care of the gearheads, or I'll take care of you. Отлично. Новая машинка, правда. А вот новую машинку это я сейчас с удовольствием. А, стопе. Я хочу сделать одну вещь. И settings, аудио. Убрать субтитры. Думаю, лучше всего, наверное. Не, наоборот. Как-то вот так. Во, все, спасибо, мать. Settings, аудио. Подрубить субтитры.
допустим, видите? Good job with those gearheads. It's nice having some tough guys around here. Спасибо. Being free of the gearheads is a great relief. Now maybe someday we'll be free of the authority too. Это очень может быть, да. А здесь вот кто разыскивается, это какой-то из этих, из чуваков, из бурундуков потраченных. А это какой-то мутант, это я вообще не знаю, кто все эти люди. А вот это вот, если я ничего не путаю, то ли вот, короче, кто-то из них, это, по-моему, то ли вот этот прототип главного героя, то ли еще что-то. Короче, как-то здесь тоже какая-то пасхалка есть в этом. Но я, честно говоря, ее не помню. Вот, так. Пошли из машины. Гонки я не буду тебе проходить, ну и нахуй не хочу. Oh, if it isn't my old racing buddy. Back for some more whoop-ass loser? Да, кстати, с камерой была херня. Там, короче говоря, сейчас расскажу. Извини, мужик, сейчас. Короче, новая карточка была в ней. Карточка оказалась битая. Что на нее не скидываешь, что на нее записываешь. Файлы есть, но они не воспроизводятся, ничего. Поэтому, ну, хорошо я писал, говорю, отдельный звук. Поэтому в половине серии записанных был только звук. Вот, вот так вот. Прошу прощения, больше, естественно, я писать ничего не буду на нее. Нахуй выкинул уже. And just to make it interesting, if you beat me, you win my Monarch. All yours, it's the best set of wheels money can buy. Now, how are you gonna refuse an offer like that? Смотрю, его жизнь вообще ничему не учит. I'm ready to go when you are. Ой, дурак. Победи Старка. Welcome, fans. We've got another great race for you today. Get out at front and don't let him pass. Короче говоря, победить Старки легко, типа, проезжай вперед и отравись от него вперед, и не дай ему тебя погнать. Если еще Старки дурачок, то да, Спарки. Причем искорка Спарки, это искорка. Ну такой милашка, искорка. Маленькая девочка, на прозвище. Парки ждет жесткое разочарование. В жизни. В жизни и в людях, как говорится. А, Старки. Ну тогда ладно, хер. Старки так Старки. Я уже думал, Спарки. То есть вот это как раз не уже там была обязательно машина, надо было Куприна, а эту не обязательно, ты ее можешь. I really can't believe you beat me. Must have been something I ate. You know, it made me drive all crazy. Well, here's the keys to the car. You'll find it in your garage. But I'm gonna get another one, and then I'll be back. You just wait. Видите, ну понятно, что они тоже когда приходят, чтобы хотя можно разобрать, что на них. Не играть я с вами не буду, сплошное наебалово. Upgrades, parts for sale. То, что заднюю можно смотреть. Ну, извиняюсь, free to browse my selections. Да, у нее новая пушка, вот эта вот есть, это надо обязательно эту пушку закупить, она очень хороша. Так, этого у меня сколько полно, этого полно, вот только вот это, куда еще? Ну, я думаю, что было 50. Так, теперь гоночные сертификаты 122, значит, короче, там была титановая броня, это филтритовая, я не успел. Полный привод. Вот тоже, опять же, стандартные шипы, улучшенное сцепление, типа, и улучшенное шипами. Вот на кой хер брать вот это вот? Болею, мне не хватает на тему. А как так, я вроде у меня хватало. 7.
Ну пойдем, а ну-ка и пройдем. Только не с филтритом. С филтритом не буду проходить. Пошли нахуй. You looking for a race? Давай. Так, что тут? Так, 50 очков. Place first after 3 laps in rocket combat. На монархе. Вот, отлично. Drive like you mean it. Потому что это нахер. Не-не-не, спасибо. Не хочу. Не буду. Не явится. Здесь, по-моему, кстати, не тратится твое оружие. Твое оружие. Они тоже на монархах интересны или так? А, похоже, тоже. Мощнее ракеты, кстати, у монарха. По-моему. Уезжай, блядь! Но ракеты, которые за мной летят по всей карте, это, конечно, прекрасно. Филтритовые не буду гонки проходить, идите нахуй. Я, естественно, не вам, а тем, кто их придумал, потому что филтритовые гонки это просто сразу, просто в пизду. Willing to try your luck on the circuits? А там еще что-то будет? Окей, посмотрим. Так, 50 очков нет, 50 очков. Блин, смотри, сколько здесь на 50 очков гонок. А, и все, да? Остальные остались на 50 очков. Все, понятно, спасибо. See you again. Я себе на раскрасочку заработал. Спасибо вам на это. What can I do for you? Зарабатывать 50 очков я себе What you looking for? Не хочу. Куприна. Во, она. Все закрой. Да закрой. Drive care was an amazing race. Так, теперь давайте смотреть, что у меня по заданию. Это вот сюжетное, Bounty Hunter это не сюжетное, и все остальное, соответственно, Filtrate Power Plant, Final Power Plant, вот зачем? Вот это типа идет про втирание в доверие, а это отдельный квест, вот зачем это на два квеста разбивать, ко всему это одно и то же, ну вот, просто сделаешь у этапа квеста, и они типа решаются, надо, конечно, пойдем по этому. Говорю, пойдем сейчас по сюжету, потом поймете почему. Да, так резко по сюжету. По бочку будут проходить потом. Вот наш монарх теперь такой. У него полностью самый-самый крутой у него этот уровень дамага. Прошу прощения. Дам-ба-дам-дам-дам. Так, и вот это у него миниган. Это у него плазменная пушка, а это ракета. Покажу плазменную пушку. А, кстати, его я хотел посмотреть, ну-ка. Она же работает у меня. Не, почему-то нельзя. А, вот. Да, можно. За 150 неплохо так, да?
Ну, можно. Если совсем безвыходно я попал. Пусть вас не обманывает, она сама наводится исключительно херово, она сейчас уже навелась, потом не станет. Возможно, тут тоже где-то что-нибудь растет. В принципе, куда мне уже? Мне так все упало. Так, что у нас тут? Монарх. О, прикольно. Я думаю, в картишке потом я сделаю одну серию, где я поиграю в картишки. Вот, но это я сделаю после уже прохождения. То есть она реально будет такая бонусная просто. Может, маленькая совсем. Attention, bravo. After last night watching of Bash TV, I know the Sentry Bot reserves were not stocked good as ass. So all Sentry Bot engineers will have to work extra time to make up short supply and, easy lesson, will have to build next week's supply at the same time. Listen, братва. Look who we got here. Let me guess, another guy from Redstone. А, единственное, что можем было, знаете что? Я все продал, да? Электрический можно... О, камеру можно... Что-нибудь электрическое можно оставлять на самом деле. Туда, по идее, можно стрелять электрическим чем-то. Да, это я, конечно... А если сделать... Ну-ка. А если сделать... О! А что у меня здесь упало? А, здесь были турели. А здесь турели что? Пауков? Ничего больше не хотел поставить? А, щиты. Ну, щиты я пока не буду. Просто интересно. Во! Если получил шаг камеру уничтожил, он мне эта штука убралась, электричество выключилось. Ну, когда я в прошлый раз проходил игру. Так, я сейчас задумал просто, а что будет, если так сделать? Consider this warning. You should leave while you can. I control who gets power around here. There will be no negotiating. Что-то там подбирал. А, вот электроболты, да. Вот они для этого у меня здесь есть. Подожди, давайте тогда я сделаю вот так вот, чтобы... Гранатки-то не тратить. Гранатки все-таки слишком хороши.
все взял? Здесь ничего не было. Полезная. А, здесь просто нычка, окей. Что эти текстурки здесь на пиксели еще просто жесть, но тем не менее. Я пошел назад, как скажешь. Пока, мужики, все, я пошел. Серьезно, что ли, думаешь, что ты это можешь прокатить? Сверху тут лезть. А оттуда вряд ли. Let's go! What do I pay for? Ура. Со звуками она моя проблема. Своих пока запускать не буду, ботов. Will someone kill this guy? Эти боты вот так умеют. Вот мои пауки, по-моему, на потолке не умеют закрепляться. Подозрительно. Не знаю, Мич, а ведь я их ругал сначала, этих Fat Mamas. Сейчас они прям так понравились. Ну, кстати, грамотный тоже ход в игре. То есть, казалось бы, пистолет. Ну, пистолет первый, да, первая пушка. Оставляешься она потом. Но здесь можешь всю игру с пистолетом пройти.
и реально в крутости не потеряешь. I'm going to enjoy killing you. Не ори, дурак. Нервы. Упс. Was in the head, man. Братан, help! Сука, there! Братан, move up! Ай, сука! Я тебя переколбасил. Где отсюда? А, это можно было им ловушку сделать. Ну ладно. Возможно, я сейчас из-за этих высоких настроек графики теперь все это. Не, я там с вентилятором вообще не греется. У меня там... Так, сейчас. Секундочку. Ну, я просто еще подольше, чтобы серия была, а то все-таки он серии, считай, закупался всяким. Это прям безбашенный. Сейчас просто сначала нажал, потом прошел, видно, вперед, и эти парни выбежали, естественно. Так, а паук там... Ну, где-то он есть, этот паук, но за ним бежать, честно говоря, не хочется. Окей. Ну так, на всякий пожарный. Я примерно помню, что в этих миссиях я все помню. Я эти канализации не проходил, остальное и DLC, остальное все я проходил вообще. Ну, канализации не знал, я думал, что их, естественно, больше, чем я их видел в игре. Ну, блин, ну где они еще, хер их знает. Когда в первый раз не так заинтересовал это, чтобы все это выискивать. Kissing space redstone is good. You're not the smartest, are you? Get up there and cut cables! You won't stop it, son of a bitch. I see why that sort of guy like you so much. You're going to die. Ужас, боже, что же делать? Они... Я умру, все, игра кончилась. Ну, это была, в принципе, неплохая, конечно, игрушка. Я специально не стал его сказать. Holy shit! What the fucking mess! How are we going to fix this shit? What's going on up there? Bullets don't work anymore? Redstone probably got 10 more where he come from. Reset the traps. На-на, тридцать, сучки. Врывайся, блин. Сука! Чей!
Это не то место, чтобы использовать крылопалки. Давай, 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 приходи сюда. Перевожу ценные патроны только. Comrades! Move up! Moving! Просто прицельно в угол бочки попадает. Сука, дыр! I'm real deal, да, ты как думал? Чё думали, какого-то долбоёба наткнулись, что ли? Так, окей, надо вниз, здесь плохая позиция, здесь могут зайти со спины. He killed all Britannia! Окей, чё ты, наверное, это сделал? Move quick up! He's in the outside! Don't let him get in the smash! Yes! Вот на этих дебилов. Да, надо было, когда он туда забегает, конечно. Тебе нравится тема, то есть выстрелил по краю ноги, он такой типа пошатнулся, и ты его добил. Вот это прям классно сделал. Говорил, шутерная часть в этой игре отличная. То есть, да, это не нужен, нахер не нужный псевдооткрытый мир, это да, вот шутер. Шутер хороший. Ну да, он, когда он сюда спрячется, тогда уже ёбнет, ну. Шоу нахуй. К счастью, мои боты не такие хлипкие. Надо все-таки периодически сохраняться, а то игра как-то так. Может всякое случиться. Here he is, Luca! Let's go!
что-то про него забыл совсем. Да, можно было сюда и машинку запустить, но... А, вот и голова чья-то. А, это просто их механизмы всякие здесь работают. А я думал, кто-то ловушку там привел в действие. Это оказалось просто механизм. Страшная штука, да. Блин, дурак. А главное смотреть на-на-на-на-на-на. Кстати говоря, наверное, у них этот баллон из обычного оружия не прошибается, потому что, ну, с одного выстрела. Парочку надо хотя бы попасть. Ну, просто потому, что имеете Fat Mamas, поэтому... You hear that? Hey, you! А, слышал. Сука! Быть того не можешь. Это два чувака, что ли? Братан, move it! Covering! Вы что, пидорасы, задумали? Comrades! Move it! То ли бляха-муха, то ли прямо руку. Видите, уже почти закончились. Оказалось бы, довольно, да хера. Это было больно. Сам ты пиздер. Здесь где-то еще один попал. Не надо вам никакой поддержки. Вы и сами отлично справляетесь. Ах ты. Retreat! He killed old Bretana! Old Bretana. Бля, сука, бля! Пиздец нахуй, блядь! Так. Я там явно недообследовал. Вообще, не недообследовал, там вообще ничего не обследовал. Отсюда их постреливать. Думаю, вот здесь вот я никогда не брал ничего, потому что... Да, вот поэтому.
Сейчас мы уже полчаса... Это место я просто помню, реально. Я помню, что вот я там ебался уже полчаса, и так ничего в результате не сделал. Так, я могу еще фэтмама сделать? Ну, а вдруг? Ну, а почему нет? Нет. Ничего полезного для этого я не собрал. Можно было там в углу зашкериться и отбиваться. Здесь невозможно потратить все, потому что здесь очень много всего. Так, а тут что будет тут? Херу. Вспомни, что здесь будет. Судя по арене, босс. А, здесь будет босс. Подождите, что? Did you see episode of STD last week? Ah. I think it was the same guy. You're an idiot. Shut up. Stay focused. Снайперских патронов. Надо купить. Так они купили. Успел? А, это рука была, мне кажется, это голова высовывается. А, 16, у нас 36 уже. Сдохни, пожалуйста. Ты заебал! Come on, get that pida! Don't let him into power control! Пидарх! В английских субтитрах пидарх! Так, что у меня есть? Here he comes!
Во, ну похожее место. Сука. Ну да, типа босс. Пацаны. Сука! Давай, давай. Бля, сука, блядь! Ай, бля, маслину поймал. Ну вот как-то так. Не, ну сейчас допройдемся до конца, еще и все. Поздно уже. Hey, hey you! The power's relayed, but we gotta keep it that way. Get that control panel working and help our people out. Give those bastards a taste of their own medicine. Серьезно, потому что я там, да, вот электричество внезапно заработало, действительно. Redstone. I'm sure he'll be glad to hear the news. Вы очень помогли, парни, прям. Не знаю, что бы я без вас сделал. Какая важная комната. Не зря я ее сделал. Банку можно было и сюда поставить. Ну ладно. Ровно то же, в общем-то, и было бы. Снова выстрела. Херачит. Вообще такой мини-танк.
Вот, собственно, и все. Сейчас мы к нему сходим, сдадимся. Кстати, здесь он на этом арте, он какой-то прям азиатской такой наружности, а в игре, в общем-то, нет. На Майкла Мэнсона больше похож. Давай, сколько там будет стоить? 6 баксов. Hey, listen up. Authority patrols in town. Now, they don't know what you look like. Yet. So don't give them any reason to be suspicious and pull you in for questioning. Report to Captain Marshall. ASAP. S-ASAP, это расшифровывается as soon as possible. Так быстро, как только сможешь. Клан вот этих Shrouded атаковал синюю станцию метро. Ну, короче, ей надо, естественно, как-то дома курить. Не буду все читать. Так, и требуется помощь. Это правительство, setting up, outpost. Ну, короче говоря, а там правительство заняло старый awesome outpost. Да. Тоже надо его оттуда выкурить. Это будем все потом проходить. Так. Enforcers up there. You watch it. Damn authority. Hey. Oh yeah, that's what I like to hear. You keep those kills coming. You hear me? Че не радостный? Ой, надо же. Back off. Ай-яй-яй, как же так получилось? Так, а что там у нашего этого дедули? Есть что? Че продаем? I've always got something special for sale. Да не, спасибо. Remember to check back, as my deals change quickly. Я продаю, у меня это есть. Feel free to look around. Maybe you'll find something you like. Так, чего тут гранаты? Ну ладно, гранаты пусть будут машинку продать. Anytime you need something, come back and see me. А то опять забуду, сейчас. Hey there, what you looking for? Вот, снайперские патроны. Электрических. Ну давай, ладно, возьмем, пускай будет десяточка. Давай построим еще пауканов. Конечно, очень дохера получается, но пускай будет, ладно. Так, и EMP гранаты. Давай. Пускай тоже будут майн контрол. Динамитные. Угу. И вот их. Так, чтобы немножечко. I'm business with you. Так, ну все, у нас теперь надо пойти доложиться главному. Давайте спустимся. Где начали, там и закончим. Пока что скажу, ссылка на плейлист, как всегда, в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал Душевные игры, на канал Розы Парацельса и Cup of Creep. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. И рассмотрите возможность поддержать канал материально, ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео.
Нет, вот сюда вот запишись на новый, я хочу просто попробовать. Так, и вот мне просто интересно, если вот это вот... Вот это вот загрузить, что получится? Он меня выкинет наверх или загрузит прямо реально под текстурами так же? Охуеть, какой он честный. Угу. Значит, вот это надо. Блять. А. Затем все. Сейчас я еще раз по новой все это куплю и продам. Затем все. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока.